Так, друзья, очередной фильм из тех, которые я называю «Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть». Вот, в этом есть своя логика, особенно для многих из нас, кто любит слушать. Так вот, продолжение серии. Выглядит оно так: «Весенние семинары номер 2». Вот, тема «Нужны ли они, когда есть интернет?». Так, и семинаров я провел много у себя в саду, но и выездные были. В Москве было 2, в Ижевске был, в Красноярске, и слет садоводов в Челябинске можно тоже назвать семинаром, потому что я, Железов, из 18 часов отпущенных на лекции, моих из 18 было 8 часов. Это немало. И там, и везде были фильмы сняты. И тем не менее, прошли годы. Прошли годы, все, что было, все забыто. Мало того, частично сменились поколения, время идет. Вот, поэтому совершенно не лишняя запись вот это будет. Сейчас вы мне поверите. Только за прошлый... Да, пусть это было лет 10 назад, ничего. Вот. Только за прошлый год и этот год получил около десятка предложений провести семинары. Из выездных пока провел только 4, в Москве 2, Ижевске и Красноярске. Реакция такая, что и сам не ожидал. У нас ведь в стране заканчивают жизнь миллионы дачных садов. Но слава Богу, зарождается и развивается массовое движение насосейцев и пермакультурцев. Сразу моя справка. Как зародилось, так уже и умирает. Потому что новое поколение садоводов, ну какое оно поколение садоводов? В институтах, университетах это движение не изучают, польза от них какая-то все равно от них должна быть. Это касается и быта, это касается устройства всего, это каких-то там наработок касается изобретения насосейцев, пермакультурцев, я имею в виду и в саду. Вот, это все должно изучаться. Вот если бы студентов бы туда отправляли на поиски, то есть искать их не надо, а на поиски чего-то нового. Вот. А вы спросите у любого студента, кто такой анастасиец, откуда они взялись первые. Они не знают. Это поколение вообще ничего не знает. Они даже науку не знают, потому что сейчас заплатил, получил. Заметьте, не выучил, получил. Диплом, а заплатил. Вот что, я что-нибудь сказал новое для вас, друзья? Именно поэтому я и продолжаю. И, соответственно, как воздух, нужны центры обучения. Вот тут-то я и оказался востребованным в качестве преподавателя. Итак, Москва. Вот. А далее мой опыт и технологии северного садоводства начали расползаться по стране. К примеру, фото номер 2, где закладываем в саду на Вологодчине, показана посадка моих семян абрикосов моими учениками на пропагандированной мной пологие гряды. Были и будут и выездные семинары на моем зачарованном острове, где после уничтожения огнем моего промышленного сада сожгли ребята молодые. Господи, им же гореть в аду. После уничтожения огнем моего промышленного сада в неимоверном количестве развелись прикорневые отводки сибирок. Вот он, получился своеобразный учебный центр, жалко долго не просуществовал. Почему? Прошло еще пару семинаров, а потом записалось только 3, а это уже все. Потребность. А потом последние годы кто-то вспоминал и говорил: ой, хочу на семинар. Вот. Ну, в общем, перешли фактически на учебу по интернету. Тем не менее, и сейчас мы с вами у интернета, у компьютера сидим. Вот так после уничтожения сада от корневых отводков разрослось гигантское количество настоящих корневых отводков. Вот результат. Это я так учил на семинарах. Человек выкапывает, ставит ком земли в коробку, ставим на стол, то я привью, то они привьют, то он привьет. А вот получаются великолепные результаты. А почему?
закрытая корневая система, технология. Прививки моей веточки к этим самым не подвой привык к привою, а привой имеет гены. Не оговариваюсь, сибирок, а значит и приживаемость под 100%. Вот это вот и было чему учиться и было что людям увести. Вот. Видите, как по-домашнему. Только горечь о том, что сад сгорел, который давал отсюда грузовиками, правда, один год, когда грузовиками вывозили в Иркутскую область, в Якутию, в эту Ухту, вот, в Кемеровскую область и на север Краснодарского края. Несколько больших грузовиков, это был первый большой урожай, и на этом все закончилось. Вот. Мне говорят, как спрашивают, а как он сгорел, почему и сожгли. Я отвечаю, работал на заводе, драконовские меры, отдел техники безопасности, ведущий инженер по промышленной безопасности. Каждый день это, приноси протоколы о том, что ты выявил нарушителя, наказал его вплоть до увольнения. Я наказал их за все годы сотни тысяч. Кто-то мне ответил этим. Но я наказывал по делу. Вот наша команда. Это не исключили мы и поездку на СШГС. Вот когда я такие вещи рассказываю, потом еще кто-то хочет приехать. Но время ушло. Собрать большую команду невозможно. И даже купля-продажа саженцев – это тоже учеба. Принцип поучился, сам привил, сам выкопал, сам увез, сам посадил, прямо в коробках. Примерно как на фото 18. Но следующее поколение уже из семян. А выросшие из них самые лучшие саженцы будут ими же научены, но и привиты черенками. Уже своими, из первого поколения. Так, сейчас я быстренько увеличу шрифт. Знаете почему? Потому что тот, кто все-таки пытается читать, ему будет надо шрифт крупнее. Вот самый крупный сделал. Так. Ага, пойдем дальше. Это мы проходили, на ГЭС побывали. Вот. В тот момент я еще, не было у меня еще этих горшков, это следующий момент. Но даже вот то, что ребята увозили, да, это уже было. Ну, уже именно это, даже эта технология в коробках обречена на успех. Сказать, почему обречена на успех? Потому что я железо изобрел, прививайте, вот, то есть прививали у меня, все готово. И рассаживали прямо в коробках, выкапывали квадратную ямку, никаких огромных ям, я против этих, квадратную ямку размером вот с эту коробку, прямо в коробку садили, а так, правда, на холме. Вот, видите, уже это был гарантированный результат. А что ему делать? Он, видите, вот зеленая почка. Вот зеленая почка. Так. А почему она это не увеличились? Ну-ка еще раз попробую. Почему текст не увеличился? Что-то я не то сделал сейчас. Так, главное. Ну-ка. Вот самый крупный текст. Возвращаемся к нашим этим. Итак, пойдем дальше. А следующее поколение уже из семян, а выросшие из них самые лучшие саженцы будут ими же, наученные мной, привиты черенками, уже своими, из первого поколения. Поняли, что дальше получается? Затем перенос со второго поколения на третье, еще пара переносов, и деревья, к этому времени питавшие себя уже местный климат, перестанут замерзать. И на все про все считанные годы. И тут главное, выращены уже своими руками, они никогда не будут пересажены. Так. Знали бы вы, как мне трудно приходилось все эти годы. Казалось бы, живи и радуйся. На мои 500 привитых саженцев, 1000 заявок ежегодно. И сколько их людей я огорчил отказами. Но зато я мог позволить себе покапризничать, то есть не уговаривать северян прибыть их, а наоборот отговаривать.
Не у всех, приезжающих ко мне из дальних краев Сибири и Европейской России, есть шансы вырастить даже мои изувеченные пересадкой саженцы. Следует дотошный допрос и вывод конкретное место не позволяет нормально жить моим питомцам. А все равно берут. И водой отдельно взятой области разные условия для сада, и в одном районе разные условия, и в одном населенном пункте разные, и даже на любом 10-соточном участке в разных сторонах и в центре совершенно разные условия. От благоприятных до смертельно опасных для плодовых деревьев. И мои саженцы, посаженные не там, гибнут, когда последняя экстремальная зима, температурная шкала превысила возможность существования многих сортов в принципе. Но не все так плохо. Но это было, это знаете как, были страшные морозы, то на Алтае, когда-то было в Новосибирской области, когда-то было на Волге. Вот. То есть все нормально, уже плодность, все, потом бах. Вот. Но не все так плохо. Мой последний пример удивил даже меня самого. Приехали ко мне садоводы из поселка Сушинского, заложившие в 8-9 годах сады из моих саженцев во главе со старым садоводом Ямаешевым. Петр Михайлович уже с трудом ходит, но глаза горят. Он и сообщил, что все до единого деревья живы. Я не поверил собственным ушам, усомнился и выслушал взамен целую лекцию, как глава семейства перехитрил страшные ветра и пыль, и газ завода, используя постройки. Так что все это пролетало мимо. Мудрейший старик, вот он на фото 9. Если бы я подвел своих гостей, они бы так не улыбались. Вот это мои гости. Но это те годы. А с тех пор у меня целая папка от Калининграда до Сахалина плодоносят мои деревья. А тогда это вот еще, я не говорю, что они были первые. Может, 101, может, 201. Но это шушенцы. А есть фильм, который я же и снимал, а там крупнейший, умнейший, грамотный садовод из Шушенского утверждает, что все, что растет у Железова, 40 километров в Шушенске расти не будет. Ну вот, видите, они улыбаются. Спасибо, гости из Шушенского перекосяли мне фотографии, в том числе и моих абрикосов, одну из которых вставляю в статью. Кстати, обратите внимание, что после моей сильнейшей предпродажной обрезки получилась низкоштамбовая кустовидная крона с мощным скелетом. Один из моих постулатов звучит так. В Сибири и на севере все живое должно прижиматься к земле матушки. Видите, это вам не дебильная обрезка до метра уничтожить все ветки. Вот. А вы знаете, какие ветра в Шушенском? Бывает, возвращаешься оттуда на автомобиле, жмешь на газ, а он еле ползет. И вот на таких ветрах и садят большинство сибиряков сорта эмигранты. Наверное, гибель, даже мои. Реально жестоко. Стараясь быть максимально честным и не подставить моих гостей, приехавших за саженцами из невообразимых дали, с обыденнейшими 40-градусными морозами, каждый раз показывают свои выращенные на месте, зацветающие, даже однолетние абрикосы, не тронутые морозами. И такие же, но пересажены моими руками, по моей технологии, естественно, свежайшие. И вот на многих из них, пересаженные годом ранее, уже имеются повреждения. Разница в конечном счете между непересаженными и пересаженными вопиющая. Я, соответственно, вопию на всю страну, выращивайте сами на месте и не подходите к ним с лопатой. Дважды получил приглашение от организаторов съезда плодопитомников, и оба раза не решился поехать. Побьют ведь на съезде. И ведь есть за что. Вспомните мои фразы, опубликованные в «Фазенде» в разные годы. Даже мои саженцы, если их пересадить, становятся инвалидами детства. Будущее за маленькими частными питомниками, где продавец и производитель, и покупатель смотрят друг в глаза. Узнайте, есть ли в выбранном вами по каталогам питомники маточный культурный сад, или он только на картинках в ярких каталогах. Вот. Справка. Почему все так плохо? Я знаю всего несколько на всю страну, где есть сады. Остальные сотни стали перекупщиками. Это деградация всей России, это мошенничество в гигантских размерах. Это потерянное здоровье, деньги, миллиарды потеряны. Вот. Это работа кормежка мошенников.
Вот, уточняем. Спросите, пустит ли вас питомник выбрать саженцы самому? И покажет ли взрослый полностью сад? Продают ли питомники саженцы на месте? Или вам, к примеру, живущим в двух шагах, предложат выслать их по почте? И почему? Таких примеров уже множатся. Вот. Живете рядом, нет по почте. Почему? Показать нечего. Прививка почки, кулировка, из-за неизбежных ран на штамбе опасна для холодных регионов. А их-то ведь как бы и не большинство на рынке. Не как бы, а действительно большинство. Узнайте, на что привиты выбранные по каталогу культурные саженцы. Ведь в каталоге об этом ни слова. А если окажется, что... Да, исключение, один-единственный пример. Крупнейший питомник НПО «Сады России», крупнейший в России. Значит, у них есть такая фраза. Абрикосы привиты на полукарликовый подвой. Вот. До сих пор не знаю, что такое полукарлик. Подозреваю, что на вишню. А значит, это самое, жизнь коротка. Подозреваю, что на вишню. Но не знаю. Поэтому всем, кто это прочтет, пожалуйста, кто меня услышит, пожалуйста, вот этот вопрос важнейший. И если в каталогах об этом ни слова, если окажется, что штамбовые деревья привиты на кустарниковые, а тем более других видов растений, то посылайте. Ну, а дальше знаете куда. Так, теперь, еще такой момент. Они, даже когда вы позвоните, и когда спросите, а на что привиты, ответ такой, что, в общем, вам никто ничего не скажет в ответ. Они сами не знают. Или будут врать. Так, заканчиваем, значит. Теперь, надеюсь, понятно, как я стал невыездным на съезды плодопитомников. Вот так. Вот это наша вторая серия. Вот. И... Так как у нас еще есть достаточно времени, мы с вами, наверное, где-нибудь тут у меня пошаримся. Вот. У меня, пусть вы ее не увидите, пока выйдет, это будет поздно. У меня 1 марта будет вот этот вот вебинар. Советую вам переключаться на мои вебинары. Вот. Видите, что такое вебинар? Я вас познакомлю с лучшим виноградом Сибири. Вот. Надо будет дать это. Да я вас сейчас научу чуть позже. Видите? Вот один из семинаров. Мы сейчас, кстати, про семинар говорим. Вот. Вот он, я взял сюда. Вот это как найти рыкалина, как обзавестись лучшими саженцами в Сибири. Вот. Вот это и есть учеба. Вот это подлость, которая это. Видите, умерших муравьев. Подлезшая вещь на свете. Старый этот. Дерево, которому надо или срубить, или оставить в покое. Пусть муравьи спасают хотя бы то, что можно спасти. Нет, их надо уничтожить, главных защитников. Вот. Вот это груши изувечены так, что они, и увечение послужило причиной гибели, а не бактериальный ожог. Вот. А вот эта страшная вещь, еще одна, щетка по металлу. Ума нет, мозгов нет, вот что получается. Вот. Мои персики где-то в Европе. Вот еще, Брянская область. Просто мне немного времени осталось, я решил заполнить вот этим. Это мне прислали фотографии, это Брянская область, мои персики. И человек Олег Олегович Мезинов, который вырастил 2 моих персика, вот один и второй, у него сейчас уже цветочек почек полно, зима страшнейшая, в эту зиму погибнут абсолютное большинство деревьев в научно-исследовательских институтах, и вот вроде того Брянского, вот, и не только Брянского, страшнейшая зима, все погибнет к чертовой матери, потому что они пропагандируют. Вот, вот если вот этих специалистов, уже фамилии трепать не буду, Брянского института заставить вот этот саженец привести в порядок, они отрежут
как у них там было, из 5-8 веток оставляем 3. Каждый скелет, из каждых 5-8 веток, да, только про черешню, которая такая же нежная, как персик. Вот, вот это предательство. И вот сейчас, когда они останутся без деревьев, по идее, институт надо закрыть, и повод есть. Потому что бесполезно, кол на голове тиши. Сперва калечим, потом учим, какие мы можем джемы, соки, компоты из персиков, из черешни получать. Но это глупость и дикость. Вот, это у меня будет вебинар, я уже буду рассказывать об этом. Это когда Олег Олегович Мизинов сказал, что я когда получу персики от Железова и получу, я возьму их и пойду в этот институт и угощу персиками. Вот, то, о чем они мечтать не могут даже. А я тогда сразу вспомнил анекдот. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула: жизнь прожита зря. Посмотрят на персики, попробуют. От простого шофера-дальнобойщика, те, кто всю жизнь учился и учил других убивать деревья, и воскликнут: попробовал персики Железова, жизнь прожита зря. Сибирские подчеркиваю. Видите, что творится? Вот. Сейчас момент истины. Все будет уничтожено и уничтожаться, уничтожаться, уничтожаться. И это по всей России. Вот. Видели, что делается? И это по всей России. Потом, кто захочет, все это может вернуться, еще раз посмотреть, почитать. Для чего вот это вот? А потому что вот это моя фотография присвоена. Я говорю, тревога, кинут вас, раз моя фотография Железова. Не верили, что нет? А вот это что? Вот она, украдена у Железова и вставлена в это, в мошеннический сайт. А я еще говорю, вот видите крыша, чтобы меня в суд не потянули, что фамилия становится все более популярной. А я скажу: а вот покажите вот эту крышу у вас, а я покажу у себя в Красном Хуторе, соседский дом. Вот доказательство того, что все, что я говорю, я подкрепляю доказательствами. А раз вы присвоили мою фотографию, вот она, видите, вон, кстати, вон она крыша. Значит, вы мошенники, нет у вас, вы перекупщики, нет у вас сада. А кто вы? Юг России, представляете? Вот. Клоновидная груша, которых вот это одна из самых распространенных на планете фотографий. Ставили себе, не побоюсь. В Крыму, все эти фотографии из интернета. Где ваш сад? Смотреть в глаза, уже Крым. И оттуда эту южную дрянь просылают по всей России. Ну, а дальше учеба. Видите, какие у меня друзья, какие они умные, грамотные. Любая обрезка и прививка нарушает энергетическое поле. Вот. А это про траву. Стоит ли заниматься этой травой? На девушку не смотрите, на траву смотрите. Вот. А вот книги, которые никто не покупает. Нет, покупает, но так мало, что это. И это бедность и моя, потому что я потратил 200 тысяч, продать не могу своих денег, да? Вот. А причина уже бедность не только моя, а всероссийская. И бедность, и незнание, равнодушие. Вот. Есть электронные книги. 500 рублей в это. Сэкономите десятки тысяч. А вот опять украли мою фотографию. Это я просто, у меня 30 минут держится этот, съемка продолжается каждого фильма. А вот это подлая посадка, смотрите внимательно. Подрезали все ветки первого порядка и второго порядка. Это значит, заплодоносит на 2 года позже. Или заплодоносит раньше, но это будет предсмертный урожай, успеть дать семена. И посадка подлая в яму. Это все на полном серьезе. Вот. А вот персик. Знаете, на сайте крупнейшего этого самого, как его назвать,
это питомник, он вроде реальный, но почему-то там я не стал его до конца позорить. Вот, то есть, если перестанут покупать, вроде покупят, он все умрет, а не купят, они умрут с голоду. И я в растерянности. И вот, значит, там вот такие фотографии, где-то штук 15, якобы не все сорта. А фотографии я проверял, все из интернета, до единой, да? Вот. И меня умилило только вот это, почему я остановился. Персик, ценный продукт, мякоть плодов, сочная, ароматная. А людям что показываете? Людям что? Я не зря вот этот кукиш показываю. Вот. Вот что люди от них получат. Потому что это все замерзнет, все до единого. И надо включать в рацион питания. Да вы, люди вам деньги подарили, на эти деньги они хоть что-то купить могли бы. А вы же что сделали? Вы подарите все, что умрет. Да это. А что, я зря говорю, это не та тема, но Сергей Железов, он же с Крыма-то выписал, с Крыма. Персики и яблони. Персики даже не проснулись. Пришли уже с листочками, так листочки сдохли и персики сдохли. Мы не смогли даже с них черенки взять. А ради черенков брали. Знали, что кинут. Прислать в конце мая. Так. Это мои лучшие друзья. Смотрите. Вы поэтому потом можете останавливать каждый раз и читать этот текст, пожалуйста. Вот. Видите, какие у меня эти ученицы, а? Все с высшим образованием, что интересно. Вот. Это просто я, пока осталось пару минут, я просто листаю, чтобы, знаете как, лучше сейчас услышать, чем кто знает, что будет завтра. А вдруг это последний фильм? Я ничего не исключаю. Вот, видите? Кутепова. Вот, это не просто Кутепова. Это садовый питомник Кутепова. Вот схема, как надо обращаться с деревом. Если бы оно дожило, оно, конечно, давно мертво. Вот эта дрянь, вот эта вот. С листьями продавать в этих коробочках. Да? Когда садишь, листья сразу отмирают. Это к вам сведения, друзья. А не то, что вот с этими корнями. Посадил, пошла тут этот самый сок, пошел, пошел, и она продолжает развиваться. Кукиш неудобно второй раз показывать. Но если каким-то чудом из тысячи один выживет, его надо будет уничтожить. Вот схема уничтожения. Видели? Ни стыда, ни совести. Ну, еще осталось полторы минуты. Вот. А вот и урожаем, это... Помните, там была эта самая... как семинар. Вот они были участниками семинара. Увезли саженцы, косточки, семечки. Результат. Это уже в Омске. Внимание. А? Ну что, я зря живу на свете. А где еще можно такие раздобыть? И теперь они уже сами будут это, выращивать и продавать. После поездки к Железову они заложили питомник. Смотрите на эту красоту. Поищите в институтах. А вы вырастите из семечка вот это. Нет? Тогда пусть руки у вас зачерстся, и вы к Железу обращайтесь. Вот она. Сладчайшая груша. Я бы не поверил бы, если бы это все не было бы связано с моей фамилией Железова. Ну, вот и вам и Омск. Все, заканчивается наше повествование. Вот. Китайский пипинчик. Я считаю, это надо сохранять. А вот эта семья. Наталья Матвеева, Юлия Матвеева. Это мои ученицы. Они оба приезжали ко мне в гости. Все, друзья, время закончилось. До свидания. На этой хорошей положительном примере, а то я больше проклинал. Я с вами не прощаюсь. Не прощаюсь.